Всем привет! Вы на канале Мастер своего дела. И сегодня мы с вами будем выпекать вкусные творожные кексы. Для их приготовления нам потребуются следующие продукты. Творог 400 грамм, сметана 200 грамм, сливочное масло, немного подтаявшее, буквально столовая ложка, 2 яйца, 200 грамм сахара, 350 грамм муки, разрыхлитель теста 10 грамм, ванилька, любой экстракт ванили, какой у вас только найдется, по вкусу. Если вы не любите ваниль, можете не добавлять. Также нам потребуется крахмал, столовая ложка крахмала. Этот компонент необходим для того, чтобы наши кексы дольше оставались пышными и нежными. Приступаем к процессу готовки. Берем глубокую миску, отправляем сюда сметану. Сметану можете брать любой жирности. Чем жирнее сметана, тем будут вкуснее наши кексы. В миску со сметаной отправляем сахар. Если вы не любите сильно сладкое, можете уменьшить количество сахара. Хорошо размешаю все венчиком. Посмотрите, я размешала все вот так слегка. И сейчас в эту миску я разобью яйца. Снова все хорошенько перемешиваю венчиком. Я хорошо все перемешала. И сейчас сюда отправлю размягченное масло. Выкладываю творог. Если вы хотите, чтобы ваши кексы были с такой крупинкой творожной, то взбивать эту массу не нужно. Если же вы хотите, чтобы получилась белая однородная масса и кексы получились однородными, то необходимо все это хорошенько взбить блендером либо миксером. Я буду это взбивать миксером. Осторожно взбиваю все миксером. Я хорошенько все взбила миксером. И теперь добавлю сюда разрыхлитель теста, немного ванили, также добавлю крахмал и просею сюда муку. Муку для этой выпечки обязательно нужно просеивать. Выпечка получится более воздушной и мягкой. И теперь мне остается все это хорошо перемешать. Очень тщательно вымешиваем всю массу. Дорогие друзья, вот такая пышная, воздушная, однородная творожная масса получилась. И сейчас нам необходимо будет разложить ее по формочкам. Формочки изнутри необходимо смазать растительным маслом. Выпекать кексы можно в любых формочках. Можно испечь кекс один целый в большой форме. Можно использовать вот такие маленькие или любые другие формочки, которые у вас найдутся. Наполняем формочки творожной массой. Я разложила творожную массу по формочкам. Сейчас аккуратненько переставлю все формочки на противень. Вот таким образом я переставила формочки на противень. Отправляю теперь все это в духовку, прогретую до 180 градусов. И буду выпекать кексы 20-25 минут. Приступаем к выпеканию. Дорогие друзья, посмотрите, вот такие аппетитные, нежные, воздушные кексы у меня получились. Выпечка просто изумительная. Она очень нежная, очень мягкая.
Посмотрите, какое нежное творожное тесто. Попробуйте приготовить такие аппетитные, вкусные творожные кексы по этому простому рецепту. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на наш канал «Мастер своего дела», ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. Всем пока! До новых встреч!